Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу о холодильнике Liebherr CU3331. Ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров, включайте колокольчик. Своим мнением вы можете поделиться в комментариях. Корпус выполнен из стали высокой прочности, дверца расположена справа, но можно навесить ее с нужной стороны, для того чтобы вписать прибор в любой готовый интерьер. Светодиодное освещение отличается долгим сроком службы и повышенной яркостью. Механическое управление простое и понятное, осуществляется посредством поворотного регулятора. Встроенная ручка двери облегчает уход за внешней поверхностью. Класс энергопотребления И позволяет холодильнику Liebherr CU3331 сохранить энергию на 20% по сравнению с аналогами класса A. Внутреннее пространство состоит из 4 полок из закаленного стекла, 3 из которых можно отрегулировать по высоте, а также контейнера для овощей и фруктов, подставки для яиц и отделения для бутылок и консервов. Гарантия от производителя составляет 24 месяца с даты приобретения. Рабочий объем морозилки равен 84 литра. Сама она расположена снизу для удобства загрузки крупногабаритных продуктов. Мощность замораживания 4 кг в сутки является стандартным значением для данного вида бытовой техники. Благодаря использованию технологии Smart Frost на внутренних стенках и на замороженных продуктах образуется значительно меньше инея. Технология позволяет значительно реже размораживать холодильник. Гладкие внутренние стенки легко моются. Заполненный испаритель в морозильной камере обеспечивает равномерное охлаждение и способствует сбережению электроэнергии. Во всех морозильниках с технологией No Frost и Smart Frost выдвижные контейнеры и прозрачные полки извлекаются легко и удобно. Это позволяет использовать все преимущества практичной системы Vario Space, с которой в морозильной камере будет достаточно места для размещения замороженных продуктов большого размера. 3 ящика для хранения, выполненные из пластика, по технологии Frost Safe обладают особым покрытием, препятствующим примерзанию продуктов к стенкам, и отлично справляются со своей задачей. Прозрачные контейнеры для овощей и фруктов весьма вместительны и хорошо просматриваются, при этом они легко моются. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и начну с отрицательных. Конденсат на внутренней и задней стенке. Нет сигнала на открытие двери холодильника. Отсеки в морозилке маленькие. Нет No Frost. Теперь речь пойдет о положительных. Габариты, цвет, внутреннее обустройство, дверцы открываются без усилий, ящики выдвигаются плавно, продукты отлично хранятся, температура поддерживается оптимальная, отсутствуют химозные запахи, работает тихо, удобство чистки. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а также подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. До новых встреч на канале «Правильный выбор».